честь Дня Победы во Владивостоке планируют раздать более 6000 георгиевских ленточек. Раздают символ памяти волонтеры в общественных местах и торговых центрах города. Получить его могут все желающие. Волонтеры также рассказывают горожанам о том, как правильно нужно носить ленточки. Акция у нас ежегодная, проходит в торговых центрах города, в различных районах, от Второй речки до центра. У нас участвует около 40 волонтеров. Это ребята, как учащиеся в школе, так и ветераны, уже взрослые люди, серебряные волонтеры, которые также раздают георгиевские ленточки. Планируется раздать за 6 дней у нас около 6000 лент. Ребята настроены очень позитивно, они выполняют свою работу качественно, поэтому как напоминание о Великой Отечественной войне, символ георгиевской ленты, мы хотим жителям города раздавать, чтобы напомнить о замечательном празднике, который у нас впереди будет.